Вот сегодня у нас что, 12-е должно быть? Или 13-е даже? Суббота. Вот, видишь? Надежда Васильевна показывает. Вот как старики любят стонать. Вон Надежда Васильевна у себя уже затопила. Вот представь, сколько она угля жжет. А я уже забыл, когда топили. И днем тепло, ничего подобного. Так, подожди. Так, вопрос один. Ты еще топишь-то, холодно? И холодно, и готовить надо. Готовить надо, и холодно. Ну, держи, не урони, иди. Холодное не пей. Мне на завтра надо на общий стол. Понятно, готовить. Понятно. Если варить надо, тогда так. А вот смотри, сколько у тебя набралось. Капает из-за чего? Смотри, покажу. Вот он, сучок. Вот сосед строится тут, это, ну, старый сосед тут пожег все, а он его сдали куда-то, а тут другой строится. И у него старое из дома, который был, да, ну, уже такое все гнилое это. И отдать нам решил. Вот сюда и стал кидать, вот в это место. А там вот эти вот треножники стоят. На них мы жертв ложим, чтобы заезжать к нам. Машин не ставили-то. Ну и вот эти сучки мешают. Вот я один сучок отбил, то, видишь как, отрезал. А теперь на него вешаю вверху банку, привязываю. Ну, это метр, ну, 2.5 метра. Ты уже тут вылил, да? А? Ту воду вылил уже? Вылил ту, я-то новая набралась, за ночь набралась. Больше полбанки. А банка-то 5-литровая. А вот это второй сучок. Надежда Васильевна ставит вот сюда. Да, сразу вылей, сразу и поставь. Вот она. Пенсионеры. Чем делать? Что делать пенсионерам, все это говорят? Встал вот этот стол, все сгнило, упало, вот эти ножки, на чем стоит он, 4 длины, ну, из 4 досок, 4 доски на 4 метра и скамейка на 6 метров, вот доска стоит. И все тут полетело, оно упал, просто рухнуло. Ну что, надо сделать, опрокинул, Надежда держала тут что, перепилил, тут поздел, там гвозди выпрямили, забили. Вот время идет, пенсионеры. Пенсионер – это вообще востребованный человек. Вот сегодня никого нету, чтобы истопить у нас в храм. Кого? Никого. Ну, начинаю думать. Никого нет. Вспоминаю Сергия Радонежского, когда зашел, братья, дров наколоть надо. Кто свободен? Молчат. Воды надо принести, братья. Молчат. Один я свободный. Ведра взял, топор и пошел. Вот у меня то же самое. Воды принес, кувалдой расколотил кирпич. Это вон оттуда, от сарая. Сейчас принес, показать просто, как пенсионерам можно интересно жить. И вот здесь перед храмом. Вот у нас храм. Видите, как необычно в храме. Никакого купола. Ежедневно собирались по домам. В Новом Завете уже написано, 5 глава Деяния апостолов. И вот подошел, вычистил печь. Сейчас понесу Надежде на ведро. Тут свои два с этой золой. И вот наколотил кувал этим колуном. Обухом уголь. Вот сейчас затоплять надо. Вот уже считай сколько. А там три кошки, которых выпустили. А они тут пришли. Опять же к нам. Ну, сейчас кормлю. Вот они там бегают. Их видно даже. Вот она, кошка. Издалека. Вот я не знаю, сколько, 70 метров-то есть, нет. Вот сейчас лезть надо голубям проверять, как этих поил. Вот она, Надежда Васильевна выходит, там перед ней кошки крутятся. Я им Сергей тут дал немного собачий корм галушками. Вот они опять около нас, все три, приученные уже. Вот вторая. Вот она. Вторая идет. А там около сарая третья. Вот она здесь должна быть где-то. Ну да, вон, видать ее. Маленькая. Надежда Васильевна подкапывающе принесла. Тоже это ходьба. Там оформляет бывшую квартиру. Одним подарили. Вот. И мусор собрал, вынес граблями. Это пенсионер. Никого нет, один я свободный. Ну, а дальше письма отвечать надо. Сейчас начну выносить. А уже в час дня можно затопить. Придут бабушки, чтобы не стариться, не надо жаловаться.
на болячки, не считать за это болячки-то свои. И не морщится. У меня морковка сморщилась, как старушище такое лицо. Вот они, кошечки здесь. Они почему подходят к нам? Это ничьи. Зиму кормили их под трапезной. Вот они рядышком. Вот они пришли. Да они знают, что вот покормил их сейчас, они опять ластятся. Вот забота какая. Я говорю, сейчас лезть надо на голубятню. И вот вверху у меня там сидит один голубь. Недавно залетный. Его не было. Породистый. Вот так. Залетел откуда-то. А бывает, свои там в бурю утянет куда-то. Это елка. Замерил, вот это в сторону идет. 3 метра сучок. 3 метра. И как он держится, удивительно. Кто тут, что? Ну, я говорил, как этот достался. Вот этот участок 13 соток. Красивое место. Рядом приток Волги. Волги, говорю, Аби. Вот так. Вот есть на что посмотреть. Здесь зеркала, смотрись. Старые люди как ходят? Вот так, сбоку на бок, как утиная походка. Ты шагай широко, и голову держи ровно. Ну, если печальный, наклони немножко ее. Вот уже тебя не будут считать пенсионерой и обузой. И после 60 лет по пустякам к врачам не лезьте. Нечаянно там уцепили у меня тещу-то, дали укол. Она уснула и уже не проснулась. И притом я уже не один раз это слышал. Организм не выдерживает это. Дозу какую там дают для успокоения. А что спрашивать? 70 лет, при большей крепости 80. Мне осталось меньше 2 месяцев до 80. Ну, а Бог знает, доживу или нет. А мне даже сильно тут. Целыми днями ездит, оформляет квартиру на кого-то. Подарок, так бы. Мы квартиры там будут сносить, может быть, получше все. О, так. Коту делать нечего, он что-то делает. Вот не надо быть таким пенсионером, вот так что только зализывать. Надо интересно жить, даже при пенсиях своих. Мучаются с пенсиями. Лекарства покупают. Нет денег на лекарства. Путин виноват, Медведев виноват. Да обходитесь без лекарств. Наши родители никогда не покупали ничего. Вот так. Так, это что мне надо показать? Твое, что я тут снимал. Вот, стою. Так Володя делает. Благослови, Господи. Принимаемся. Вот третий где-то не видать она тут. Они просятся туда, вовнутрь охотаем. Вещи делают. Там кормили их, они знают.